Участники 4-го всебелорусского крестного хода «Церковь и армия». Сегодня каждый из здесь присутствующих своим участием вновь и вновь говорит и свидетельствует о том, что мы едины. Едины церковь, светская власть, военнослужащие и народ. И в этом единство наша сила. Вознести молитву и все вместе помолиться и почтить память всех воинов, вождей в годы войны почивших. Время бурным потоком несет славу наших великих побед и берет свою силу народ у цветущих садов мирных лет. Беларусь, Беларусь, мы народ этой гордой и сильной страны. Беларусь, Беларусь. Thank you.